Глава округа Владимир Ружицкий провел онлайн-совещание с заведующими поликлинических отделений и руководством Люберецкой областной больницы. На встрече обсудили один из актуальных вопросов – начисление стимулирующих выплат в период пандемии. Люди рискуют своей жизнью, и задача администрации всех уровней – обеспечить и защитой, и заработной платой, которая озвучена. Обеспечение медиков средствами защиты – вопрос решенный. В поликлиниках и больницах округа есть необходимый запас масок, перчаток и антисептических средств. А по поводу выплат у люберецких врачей еще остались вопросы. Причина, по которой мы собрали коллег, это имевшее место несвоевременность выплат нашим медицинским работникам, денежных средств, тем работникам, которые имели контакты, лечили больных с ковид, с ОРВИ и с пневмониями. Причиной, с нашей точки зрения, являлась недостаточная информированность в медицинских работниках о правильности оформления табелей отработанного времени. Отдельный вопрос, кому и какие выплаты положены за работу с больными COVID-19. Для того, чтобы внести ясность, участникам совещания показали подробную презентацию. Руководителям подразделений велели передать своим сотрудникам полученную информацию, а также доработать списки неподанных своевременно табелей. После подачи всех необходимых документов медработники получат выплаты в кратчайшие сроки. А такие разъяснительные беседы теперь будут проходить постоянно. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.